Белорыбица, кижуч, палтус, нерка и кита, более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов и, конечно же, настоящая красная икра. Ассортимент удивит не только хорошую хозяйку, но и опытного повара. И это лишь часть деликатесов, которые привезли зимой сочинцам рыболовы Камчатки. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Во-первых, посол совсем другой, чем вот у нас. И сама свежесть, и копченость другая совсем. Но намного вкуснее. Самое свежее здесь, вкусное и относительно дешевое. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А, которые так необходимы организму. Жители и гости города смогут купить и совершенно эксклюзивные продукты, царицу лососевых, редкую деликатесную чавычу, самую полезную среди своих сородичей рыбу. Мясо чавычи богато витаминами А, Б, С, содержит целый кладезь микроэлементов, а ее икра способствует укреплению костной ткани и стимулирует кровообращение. Я люблю рыбные продукты, люблю самую разную рыбу. Здесь рыба всегда свежая. Мне это нравится. Я всегда готов приходить. Продегустировать и приобрести деликатесы можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на открывшейся выставке ярмарки «Рождественский базар 2016» в гранд-отеле «Жемчужина» по адресу улица Черноморская, 3. Она будет работать до 25 декабря. Елена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.